Так, друзья, все, прощаемся с этой лунной долиной, с этой квартирой, которую здесь снимали за 500 или сколько, 400? 450 евро. Вот, все здесь было, в общем, отлично. Здесь был вид на океан, в принципе, он также остается, но так как сейчас 3 часа ночи, я думаю, здесь мало что будет видно, хотя вот там видна набережная. Так, выключай. Выключу, да. Не выключил. Свет надо выключить. Все, выключай свет тоже. Здесь выключай. Не, здесь не надо. Оставим. Ничего не забыли, ничего не забыли. Все. Двигаемся вперед. Так. Все, друзья, обращаемся с деревней Валя де ла Луна. На самом деле очень чудесное место, вообще прекраснейшее место. С одной стороны океан, сама деревня вот эта вот находится как бы наверху, в такой выемке в горной. И здесь просто как чудесный вид, также чудесный воздух, вообще здесь все замечательно. Также и хозяин чудесный в этой квартире был, который один раз мы его, кажется, видели. Вот, оставили мы сейчас ключ и покидаем эту деревушку. Вот, так как, друзья, у меня камера сломалась, я сейчас записываю на фотоаппарат, то долго снимать не буду, выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Попозже на связь.